В Аккорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана послами 6 государств – Египта, Сербии, Люксембурга, Австралии, Колумбии и Сирии. Поздравляя дипломатов с официальным началом миссии, Касым-Жомарт Токаев пожелал послам успехов и пообещал всестороннюю поддержку правительства Казахстана при исполнении обязательств. Он также передал наилучшие пожелания главам их государств. Мы хотим тесно взаимодействовать и поддерживать хорошие отношения со всеми странами, прежде всего с нашими ближайшими соседями. Я верю, что на этом пути нас ждет большой успех, и мы будем делать все возможное для укрепления сотрудничества в самых разных областях, включая экономическое сотрудничество, инвестиционную сферу и политический диалог. Можете быть уверены, что Казахстан будет вашим надежным партнером на международной арене.